Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович, и какое сегодня дикое золото. Отличный просто рынок, отличный моментум, чтобы делать профиты, и сегодня коротко покажу основные сигналы, которые у меня были. Получилось 1604 доллара 48 центов за сегодняшнюю торговлю, и всего лишь один основной трейд и несколько дополнительных сделок, которые у меня были, сформировали вот такой результат. И первая сделка возникла вот здесь, прямо перед взлетом. Это один из моих сигналов на пробой уровней. Рынок стал уходить за пределы ключевой структуры. Я начал покупать, чуть выше добавил еще. Это очень агрессивно, но опять же таки, когда рынок такой агрессивный, следует быть более агрессивным. Когда рынок пассивный, следует быть более сдержанным, более пассивным. Затем, после того, как рынок скорректировался, я добавил еще. И этот сигнал я разбирал в одном из своих видео. Вот здесь в правом верхнем углу я закреплю ссылку, как его торговать. Обязательно посмотрите. Он основан на вот этом сигнале TC Sell, и кажется, что сигнал на продажу. На самом деле мы используем этот сигнал как покупка, когда сильный тренд вверх. Наращивание здесь, потом снова стрелочный, снова цена его не видит, наращивание здесь, и потом я еще нарастил здесь и взял еще дополнительно небольшой профит. Но основной профит пришел после пробоя здесь, после наращивания здесь, да, и возможно будет еще позиция, хотя уже 18:45 по Москве, мы только что закончили торговать с трейдерами. Рынок дошел до ключевого сопротивления. Здесь 233, важнейшая зона. Это уровень волатильности, где рынки чаще разворачиваются. Здесь стрелочный, но здесь мы его уже не рассматриваем как сигнал на покупку. Мы его рассматриваем либо как сигнал на продажу, либо как сигнал к тому, чтобы прекратить покупать и искать в перспективе развороты при тестах. Но мы видим, что рынок сюда больше не возвращался. И сейчас продолжает снижаться. Посмотрите, мы пришли к поддержке. Вот здесь белая линия 1855. Мы ее отмечали тоже с трейдерами. Но здесь пока нет сигналов никаких. Здесь пока нет никаких сигналов. Но посмотрите, какое чудовищное движение. Ведь в чем дело? Мы зарабатываем примерно в 20% дней. То есть основную кассу мы делаем за 20% дней. Остальные дни рынки сонные, неустойчивые. Нет таких больших моментумов. И вот сегодня впервые за достаточно продолжительный промежуток времени золото прошло суммарно 370 пунктов, трейдеры. Суммарно мне удалось здесь взять около 300 пунктов профита. Потом мы видим разворот после сигнала, после уровня 100 пунктов. Часто ли мы такое видим? Нет, такое бывает, но может быть 2-3 раза в месяц. Поэтому нам нужно фокусироваться на таких днях и стараться чуть-чуть агрессивнее действовать. Если мы перейдем к другому нашему инструменту, это индекс NASDAQ. Сегодня у меня там была одна позиция, это был лосс. Я зашел на sell здесь и быстренько вышел, потому что понял, что тороплюсь. На фоне волатильности по золоту тоже немножко стал эмоционировать. И здесь я вышел с небольшим лоссом, потом был бай-сигнал, сигнал на покупку, но я здесь не участвовал. Ну и все. В принципе, по NASDAQ больше ничего такого не было. NASDAQ сегодня спокойнее, тоже двигается, но не сравнить с золотом по золоту. Очень все красиво. И надеюсь, что завтра такая тенденция продолжится. Если вы хотите подключиться к нам и торговать по тем же самым сигналам, брать большие движения, то проходите под этим видео по ссылке и выбирайте оптимальный для себя вариант системы кластер трейдер либо рейндж трейдер. Все, пока, иду связь.